Три елки. Итого шесть. Я три помогала тоже. Очень люблю этот лес. С детьми здесь очень люблю гулять. Вообще это очень ценное для меня место. Именно как для мамы, как для человека. Челябинский лесопарк на улице Захаренко теперь входит в список зеленых зон, официально присоединившихся к всероссийской акции «Лес Победы». Проводит ее несколько общественных организаций. Это «Зеленая Россия» во главе с Андреем Викторовичем Барышевым, общественная организация «Сусгород», защита леса на Захаренко, общественно-товарищеский контроль Курчатовского района. То есть 22-я школа, обязательно к нам присоединилась 3-я школа. То есть все местные жители, мы все вместе вышли и решили эту акцию вот провести. Конечно, эти акции важны, потому что если не мы, то кто будет сажать эти елки? Они вымрут когда-нибудь, и все. Их никто не посадит больше. Энтузиасты собираются навещать свои саженцы, ухаживать за ними и оберегать от черных лесорубов, которые уже не раз покушались на деревья в этом зеленом массиве. Вот, наверное, будут тогда так же само показывать, что-то мы посадили за лес своим детям. Так же само. И эти дети будут ходить в этом же лесу и будут говорить, что это мои родители посадили эти же ели, эти же сосны, так же само. Помимо высадки молодых лип, рябин и сосен, участники акции собрали накопившийся за лето мусор. Организатор масштабного экологического мероприятия, депутат Госдумы, председатель регионального движения «Зеленой России» Андрей Барышев уверен, в дальнейшем Лес Победы зашелестит листвой во всех уголках Южного Урала. Такой у нас субботник проходит впервые в Челябинской области. Это всероссийская акция под эгидой «Зеленой России». И очень приятно, что уже прошло в нескольких городах, в Верхнем Уфале, в Пластовском, в Чебаркульском районе прошли такие субботники. В Челябинске мы провели в двух районах. Ну и сделаем это хорошей, доброй традицией. Юлия Алексеева, Егор Голубкин, СТС Челябинск.